Карабах. Эта земля стала причиной вооруженного конфликта между армянами и азербайджанцами. Здесь везде следы войны. Томлиды Мкртычян привлекают внимание изрешеченными осколками снаряда железными воротами. Вот она показывает свое обветшавшее хозяйство. Снаряды попали в дом, разнесли хозяйственные постройки. Мы все горели, уже 10 лет я здесь. Война оставила свой след и на судьбу этой семьи. Дом опустел. Лида живет одна. Муж и младший сын погибли во время войны. Память от погибшего сына осталась детская кровать, которую сын сам смастерил. Другой, старший сын Лиды, женат на азербайджанке. После войны они переехали жить в Россию. Семья азербайджанской невестки Лиды жила недалеко, в азербайджанской части этого села. В результате войны там никого не осталось, лишь стены сгоревших домов азербайджанцев. Вот так живет Лида в селе, где совместная жизнь азербайджанцев и армян не состоялась. В Карабах мы приехали вместе. Абхазские и грузинские журналисты, представители другого неурегулированного южнокавказского конфликта. На чужом для нас примере мы хотели выяснить, что происходит с людьми и их судьбами в таких конфликтах? Что мешает взаимопониманию двух народов? На сегодня это единственная дорога, по которой можно попасть в Карабах. Сама дорога в лучшую сторону отличается от разрушенных кавказских горных дорог, к которым мы привыкли. Она идет из Армении и проходит через Лачин. Лачин. До вооруженного конфликта здесь жили азербайджанцы. Сейчас их здесь нет. Армяне, которые заселяют эти места, называют его Бердзор. Здесь на каждом шагу идет стройка. В основном ремонтируют пострадавшие от войны здания. Автомеханик Месроп Абрамян из Еревана решил обосноваться в Бердзоре. Пока вместе с семьей живет в одной комнате. Но этот дом и одновременно автомастерская строится для Месропа и его многодетной семьи. Вот с семьей приезжаем сюда. Вот государство вот отдает деньги, что животные покупать, скоты там, и дом отдают. И возможность, что нормально человеческий жить. Я приехал, познакомился. И, в принципе, мне устраивать здесь. У Месропа свои представления об отношениях армян и азербайджанцев в прошлом и в будущем. Они вместе жили. Да, межнационально ничего не было. А если они вернутся, вы можете с ними жить еще? Я не могу так сказать. Как будет принимать, по-моему, немножко трудно будет. Да, очень трудно будет, потому что я свой брат потерял. Здесь, у автомастерской, мы встретились с еще одним выходцем из Еревана, с главным стоматологом района Эгишей Аветисян. Мне администрация купила дом, здесь построенный уже. Ну, таким нормальным земельным участком. В общем, социальные условия нормальные. Даже, я бы сказал, лучше, чем в Ереване. Остается только работать. Для Гиши Аветисян
решение связать свою судьбу с Карабахом – дань памяти погибших друзей. У него есть мечта – создать здесь клинику высшего стандарта и считает, что он недалеко от осуществления этой мечты. Армянская диаспора помогает по всем направлениям, в принципе, особенно в медицине. Вот помощь нашей администрации и помощь диаспоры фактически обеспечивает возможность бесплатно принимать больных. Решили построить побольше поликлинику, потому что, естественно, не удовлетворяет тому количеству больных. Ну, к концу года обещают, что закончат. Три врача одновременно будут работать. Мы этим, по-моему, улучшим качество обслуживания стоматологии. Хотя у нас, я вам прямо скажу, бостонское качество. Мы решили свернуть с центральной магистрали, чтобы встретиться с теми, кому судьба не оставила выбора и вынудила заселить чужие дома. Это семья армянских беженцев из Мардакертского района Азербайджана. Сейчас она живет в доме, который раньше принадлежал азербайджанской семье. Местная администрация отремонтировала дом и помогла им обосноваться здесь. Один корову дали, один корову. Потом это немножко деньги. После, когда это кончал, мы плохо жили. Сейчас, пожалуйста, посмотрим, идите вам это дома, посмотрим, мы хлеб не найдем сейчас. Проходите. Нам ничего нет. Вот это государственные. Это положили сюда, вот когда дом строили, положили, да, чтобы вода сюда прийти. Сейчас нет, нету, не сделали, и так остался. Карабалы, моя, это так было. Если сейчас это село освободили, мы обратно туда пошла. В село Касапет мы заехали вечером. Недалеко от дороги женщины сообща пекли хлеб для своих семейств. Среди них Мелония Гаспарян. Она родилась здесь, но спустя годы вернулась в родное село беженкой из Сумгаита. Мой муж шофером был. Он пошел на работу, чтобы смену отнести в завод. И часов 12 он приехал домой, весь битый. Он говорит, армянам убивают. За помощью Мелония обратилась к своим азербайджанским соседям. Я стучала в дверь, я говорю, вот дочку вы подержите. Да уже по домам, когда они лезут, мы это испугались. А он говорит правильно, ты не Карина, а ты у нас Лейла. И дочка по-азербайджански знает. В общем, она была у них, другая дочка, своя подруга, азербайджанка, вызвала. У нас дома вот так против. И она выходит в балкон, вот так махает рукой, Наира, иди, иди. В общем, двое азербайджанские парни, это мои друзья, мои сыновья, сыну, да, они отвезли туда. Вы скучаете по вашим азербайджанским друзьям? Ну, конечно, если каждую ночь во сне не видишь, ну, хотя бы через день, неделю один раз, постоянно я там у нас с своими друзьями, у нас во дворе. Ой, как ухуй, где видно?